Вот, вот, дымоход, да, называется. Ладно, подпишусь. Окей. Okay. Хэвен, спасибо еще раз большое. Я хочу быть самым крутым в школе. Я клоун. Под нижним бельем. Сураж, знаю. Всем привет! Еще больше видео на тему, сколько стоит шмот, ты найдешь на нашем основном канале. Ссылка в описании. А также обязательно досмотри это видео, потому что в конце тебя ждет розыгрыш в 5000 рублей. Погнали! Здрасте, как вас зовут? Здрасте, меня зовут Захар. Это ваша дочка? Да, ее зовут Николь. Сколько лет, Николь? Три с половиной. Расскажи, что на тебя? Расскажи, сколько стоит шмот твоей дочки. сегодня надета кепка с тюси. Три с половиной на наш тогда она стоила. Луи Виттон Эксплойер. Он mm -hmm. стоит где-то в районе 200 тысяч. Куртка чемпион. Я сейчас не сильно помню, сколько она стоит. Штанцы. Около 2000, может быть. Джордан Инфраред 6. Сейчас, я не знаю, 1400. Я как раз, что сказал, что у него штаны, но джинсы стоят 2000. Потому что я никогда не забуду, как Джон купил а, джинсы рваные топовые за 600 рублей. И поэтому, когда показывают такие же рваные джинсы, там, за 20-40 за тысяч, я такая вспоминаю в эти джинсы за 600 рублей, такая, оооо. <бивозвит> <сосвит> Крынс может на ресейле 1030, где так. Джорданы столько стоят. А, такие, да. <с2> Мы обратили внимание, что в России цены на многие товары на порядок выше, чем в США, из-за налогов, пошли на транспортных расходов. Хочешь заказывать самый классный модный шмот, <с2> причем mm -hmm. на порядок? Не, не хочу Или... модный шмот, мне так хорошо. Она... У меня вот свитерок, а лосинки и носочки. Как это, это, как это работает? <с2> ah, Регистрируйтесь ]應該. на сайте. Заходите в личный кабинет и получаете два персональных адреса. Один для США. Получайте с курьером. 17 я хочу передать привет своим родителям и друзьям привет я вас люблю мои вещи стоят э, очень дешево потому что я одеваюсь потому что я просто беру папину одежду да в секундах я взяла папину кожанку я нашу ее, она мне очень нравится вот эти штаны трубы это самое модное что может быть сейчас вот еще у меня есть цепь я ношу цепи это мое все вот вот так вот. Вот так вот. Ты за что-то деньги отдавала? Деньги? Нет, я не отдаю, я никогда не Какие деньги? Почему? Это, не знаю, это моя фраза по жизни. За еду платишь? Нет, я ем бесплатно. Как это? Расскажи, поделись лайфхаком. Я корм мои подписчики, мои друзья и... Блин, это же здорово, если бы что это так жить? Просто захотел поесть, типа Ой, э, подписчики в Инстаграме там это, сводите меня куда-нибудь покушать. Погнали в кино там. Ты что, блогер? Я. Да, я блогер своей жизни, ребят. То есть ты деньги вообще не зарабатываешь? Нет. Мне кажется, она наркотики принимает какие-то. Я не зарабатываю деньги, они мне не нужны. Можно хорошо жить, не имея денег. Главное, с какими людьми. С собой даже нет денег. Нет, я последнюю сотку потратила на кофе. Привет, как тебя зовут? Лука. Привет. Лука. А сколько лет тебе? 28. Лука, рассказывай, что он тебе надет и сколько это стоит. Начинаем с обуви У меня 3 Трипсп. По-моему, 60 где-то тысяч. Штаны. Сейчас начнут звать Блин, не так зовут. Он где-то 20. Рубашка оф white тоже, по-моему, тридцать где-то. меня похоже, рубашка ветма. есть. Новая... Я вот вам вот это вот оставлю как раз-таки на стоп-кадре. Чтобы вы наслаждались. Заходи, сюда. Коллекция. Да, новая коллекция, да. По-моему, тоже в районе двадцать тысяч. Двадцать тысяч за Куртка. Ну, Но не неплохо. В Италии несколько лет назад, по-моему, 500 евро где-то стоило. И шапка. Нормально выглядит. Не помню, сколько это. Шапка, чувствую. правда, странноватая. И вот рюкзак. тепло. Витон. Покажи нам, повернись, повернись. Мне не нравится Или, вообще рюкзак киловит, если честно. Мы чекнем, найдем. Да, Прям... найдем. А -а -а. Аксуары какие-то носишь? Часы? А, -а, а, часы, да, у меня Rolex. Вау. Да. Oh. Не, это, по-моему, ну где-то. Ну, он-то понятно, он не русский, тысячи. ну. Да, они зарабатывают, ну, как бы все занимается? много. Я работаю в Москве руководитель oh. компании. У а, тебя, судя по акценту, ты не из России, да? Не, я итальянец. Ты итальянец? Yeah. Лука это итальянский. Yeah. Да, лука, <laughs> <спасибо! laughs> <laughs> ты, ты <мелкий. смех> спасибо огромное, блин, это было неожиданно. <laughs> это было очень неожиданно. Спасибо огромное. Все, я пошла себе такую шапку покупать. <laughs> спасибо. Спасибо огромное. А, это так Феня спасибо сказал. Не, Феня пожаловался, что это не мне. на игрушки, а мне. У меня одна салфетка упала, они её прям на полу разнесли. Блин, спасибо, правда, большое. Правда? Не могу, я всегда, когда радуюсь, мне хочется прям либо ногами двигать, либо вот так руками делать, но руками делать это вообще дебильно. А мне прям так хочется. Красивый свитерочек, спасибо. Надо тоже, да, сказать, что там потом на мне надето. Сейчас, подождите, труселя проверить. О, мои любимые. Лука. А Лука в России да. просто есть имя Лука. А ну да, поэтому и все меня называют Лука, наверное. Сколько тебе в месяц ну, для комфортной пассивочки. жизни необходимо в денежном эквиваленте? по-моему, в Москве ну удобно жить, по-моему, в России. Ребят, как вы считаете, сколько нужно денег, чтобы прожить в Москве месяц и еще снимать квартиру? Как вы думаете, сколько вот вам нужно денег, чтобы прожить? Сколько нужно зарабатывать? Просто про другие города не буду говорить, я не знаю, как там 200 к 100к 200 к угу. плюс. Просто когда я была маленькой, я считала, что как бы нормальная зарплата это там двадцать двадцать тысяч. Я думала, что в принципе за такой сумму можно прожить. Но если снимать квартиру, то нет, конечно же. Мир, это не пали. Столько для нормальной жизни, а не существования. Ага. Ну, минимум 50-60к. С 20 некоторые живут. Ну, это понятно, сколько у нас в Макдональдсе работает, во всех других заведениях. Много людей живут за такую зарплату. Ну, я лично считаю, что в Москве как бы жить и ни в чем себе не отказывать, ну и не перегибать палку, то мне кажется хватит 100-150 тысяч в месяц, вот районе. Ну, я просто, я посчитала, как бы, ну, то есть не то, чтобы посчитала, я посмотрела свои траты, и, в принципе, месяца, где у меня были 100-100 плюс тысяч, то в эти месяца просто был один месяц, когда я ремонт родителям делала, второй месяц уже не ремонт делался, а мебель я закупала родителям, вот, и поэтому, в принципе, я... В принципе, я могу сказать, что настолько этого можно прожить прям, ну, изюнь. Не отказывая себе там покупочках. Ну, естественно, если iPhone, там не покупать. А, ну, хотя бы 500 тысяч, наверное. Привет, как тебя зовут? Тысяч. Привет, тысяч. Оксана. <laughs> Оксана, скрываешь возраст? Нет, не скрываю. 28. Это Прада пуховик. Кепка тоже Прада. Давай по очереди. Пуховик Прада. Почем? был классная тысяч -то. Кепка тоже правда. Покажи логотипчик. Не понимаю смысла таких кепок, как бы девушки заботятся, чтобы у них волосы оставались сухими, и в итоге у нее наполовину волосы будут мокрые, они тут, они вот так вот приляжутся, и она будет вот так. Ну просто девушки меня поймут, вот сами посмотрите, я с хвостиком спала, и из-за этого вот тут вот так вот, вот такое вот странное появилось. Не понимаю, такие шапочки какие-то не странные сколько за квартиру платишь. У меня видосик есть на этом канале, я как раз таки там рассказываю, сколько там нужно денег минимум тратить. Что сколько будет стоить в Москве и на какую сумму можно прожить и сколько я плачу, я там все рассказываю. в канале в описании. Сколько танцевочка. стоит? Не знаю, это подарок. Мы найдем. Найдете хорошо. Это Тиори пиджак, Ветман блуз, э, водолазка. Да, Почем чуть -чуть. пиджак? Почем водолазка? Uh, 30, водолазка 15 тысяч стоила. Джинсы. Белая водолазка за 15 кое. А чем джинсы, что за бренд? Что за бренд, даже не знаю. Uh, сапоги тоже какие-то. Итальянские. Ценники не помнишь, джинсы? Ценники не помню. Джинсы, не знаю, 200 евро где-то плюс-минус. А сапожки? Сапожки в той же, в том же ценовом диапазоне. А Дорогие. Оксан, а чем ты занимаешься? Я же шарю В данный момент ничем. Свободный художник. Ты рисуешь? Не рисую, пишу. Книги? Книгу. У тебя есть молодой человек? Есть. Там. Или это муж? Нет, молодой человек. Что ждешь на 14 февраля, пока он не Мне слышит? Мне нравится ее акцент такой прям подарок? классный. Какой-нибудь аксессуар. Что хочешь, поделись мечтами. От роликса не откажусь. Привет, как тебя зовут? Нормальный. Сколько лет? снизу Баленсяги, Трипл С. Классный. Мне нравится. Подождите, это размер написан, что ли, спереди? Если да, то дерьмо полное. Пусть сейчас кто-то долго дам. Ну ты, Пирор, я тебя найду. Да, размер. Не, просто смотрите, у многих девушек размер обуви, к примеру, чем выше рост, тем, в принципе, у тебя будет больше, э, больше нога и больше размер, конечно, для обуви. И девушки, они как бы не любят, когда у них там, к примеру, большой вес. Даже если они будут выглядеть э, круто, они все равно как бы будут стесняться называть свой вес. И то же самое, что некоторые девушки постесняются сказать, что у них там 39 размер ноги. И поэтому не найдешь. А видишь, никто плюс мне не хорошие зрители не хотят мне выдать. Так-то они так моих животных любят. Не, ну просто, если ты девушка, у тебя, к примеру, тут будет написано 39, то это будет как-то, ну, такое, если честно. То есть девушка никогда бы такое не купила. У тебя какой? У меня 35 с половиной. Вот. Поэтому они идут, в принципе, от такого размера, 36-го, поэтому мне это будет нормально. Да нет, ну, в смысле? И что, по-русски размер как бы наш пишут? Спасибо тебе за 300 чаров уже. Марка Ефимова за 55 тысяч. А... Носки шерстяные, обычные. А шарф... вдруг у вас ВКонтакте или в Одноклассниках секретный вопрос: какой у вас размер ноги? И посмотря на ваши кроссовки, как бы узнают ответ на секретный вопрос и взломают вас. Угу. Обычные какие-то 2000 с рынка. Куртка полумбир 2 или 3000. Сумка Гуччи тоже марки FIMO за 75. В полумбире купить куртку за 2500 как-то дешево очень. Шарф не знаю, тоже с рынка за косарь. Шапка, рынок, тысяч. Это оригинал, давай, для начала. Оригинал. Не врешь? Нет. Привет, как тебя зовут? Я Катя. Катя. Шли гулять? Я не гуляю, спасибо. Нет, я болею, не гуляю. Скрываешь возраст? А, да, конечно, как все женщины. Хорошо, не все, кстати, скрывают. Ну, я уже в том возрасте, наверное, когда его скрывают. Пуховик, правда. А когда начинается этот возраст, когда девушки начинают скрывать его? Он стоит 150 тысяч, сумка тоже 150, кроссовки 55, джинсы Зара, по-моему, тысячи три, шапка тоже Зара 900 рублей и шарф Кос. Не помнишь шарф? А, шарф, ну, наверное, 40 евро. Аксуары. А, Диор, а, 35 тысяч. Это в ушах. Да, да, О, у тебя браслет какой-то классный. Я, конечно, не знаю, но это странновато, немножко выглядит. 30 плюс. Ну да, в принципе, 29 сюда, 30 тоже как-то. Мне кажется, 40 это уже прям вообще жестко. Или 50, мне кажется, тогда уже все равно. А до 60 ты уже не доживешь, в принципе. Браслет Пандора мне его подарили, так что цену я не знаю. А чем ты занимаешься по жизни? Работаю... Ну, гад, мне кажется, сам не называешь, потому что там же такие люди это все смотрят, которые во всем шарят. Я же шарущий, я модник. Это мы-то с вами тут цену не смотрим, нам все равно. Нам тут влепите за эту сумку, знаете, 10 миллионов. Мы такие, сколько, сколько? И все, и дальше смотреть видосик. В рекламе. Тебе хватает э, этого дохода для того, чтобы так классно одеваться? Хочешь жить? Какого дохода? Не знаю. А чем ты занимаешься по жизни? <свес> я работаю в рекламе. Тебе хватает М -м. этого дохода для того, чтобы так классно одеваться? Хочешь жить – умей вертеться. Поэтому да. Я не замужем. Поэтому. <свес> не муж меня спонсирует. Вот тут был твой инстаграм. И информация, что не замужем, пригодится многим. Я думаю, пригодится. <свес> так случилось, что я в отношениях, да. А, уже сейчас? Да. Ты просто как бы намекаешь своему парню – давай ускорься уже. Я уже возраст свой не называю. Не называю, да, ты все ждешь. Что ждешь от него в подарок? На 14 февраля. Нижнее белье. Банально, но я очень люблю. Ты знаешь, что он тебе это подарит или ты это хочешь? Я бы хотела получить. А так всегда доля сюрприза пусть остается. А ты ему что готовишь? То, что под нижним бельем. Здрасте, как вас зовут? Владимир. Сколько вам лет, если не секрет? А вы уже слышали, он ше сказал. Блин, хотел вас спросить, кто это. <свят> Ай, блин. Ну, ладно. Честно говоря, не знаю. Наверное, это ботинки. <свят> я так полагаю. Uh, как... <свят> Где вы взяли, сколько стоит? Ой, вы знаете, Ван Англии... Что там происходит? <свят> это, знаете. Ну вот, Фене несколько дней назад сделали прививку, после прививки несколько дней собаки такие как бы вялые. И сегодня утром я просто, я сплю, и я слышу, как они носятся просто по комнате, носятся туда-сюда. Феня пищит, Ёша пищит, один рычит, другая рычит, просто бегают. Я такая думаю, какой кошмар, ладно, положу... Сеню достану, положу на кровать, чтобы они бегали по кровати, и хотя бы по полу не было слышно их там вот этих коготочков, знаете, бегают вот так. Вот. И они как начали по мне бегать туда-сюда. И то же самое все делать только на мне. фени еще прыгает. Еша прыгает. Я думаю, о, кошмар. Просто, ну и проснулась. А в итоге так и не отоспалась даже. Если я заданачистка, а ты подпишешься в Инсте? Скажите, вот, пожалуйста, а если бы вам задонатили стука, вы бы подписались в Инсте, если бы вас попросили об этом. Как вот вы думаете? Это не переспать, не показать сердечко, не показать попу. Слышите, нет, вы это не продажные обманщики. Вы бы переспали за стука Я вас знаю всех в чате. Вы мне уже признавались. Вот. Если это относится к тому, что, ну просто это реально, но ну, это же незначительно, кому это, блин, подписка нужна, Это этого не стоит. Не, не могу сказать, сколько они стоят. Не помню. Штаны покупал в Бельгии в Бланкенберге. Эти штаны, ну может быть, Евро. Честно, на бомжа похож. Ботинки, ну может Евро. Простите, конечно, но не помню. Куртка это Зара. Наверное из-за бороды. В Мангейме, в в Германии, да. И за шапки тоже, ну может 100 евро, не знаю. Дальше шарфик это Кашемир, покупал в Шотландии. Он миленький, ну вот не знаю, вот все люди с бородами, вот ну. Uh, тоже Я не никак помню, его не оскорбляю, наверное, не обижаю. 20, может, 30, может, 40. Одет он нормально. Шапка. мне подарили на Рождество. Ну, кроме меня, ну, Это шапка, уникальная ну, шапка, это цирк Ранкали. Сколько стоит? Ну, может, евро 15, где-то так. Uh, Я бы все хотел такого дедушку. Варюшки уже рваные, старые, покупал в Москве у бабки, где-то на улице. Лет, наверное, Разговорчивый. Чем вы занимаетесь? Uh, дурака валяю. Вы случаем не в цирке работаете? И, а, ну, видите, цирк написано. Ну, конечно. А вы, вот у вас какой ампуа в цирке? Вы кто? Я клоун. Правду говорю, клоун. Не, ну да, он такой общительный прям. Вы, кстати, очень похожи на такого доброго гномика. Ну, может быть, Дед Мороз меня иногда в Германии называют так. Вайнахман. Вайнахман это, ну, типа Дед Мороз нашего. Мне все равно все люди с такими бородами, они у меня прям так ассоциируются. Я бы... Если бы со мной познакомился парень, у которого была бы вот такая бы борода, я бы вряд ли с ним познакомилась, если честно. Я не оцениваю, конечно, там, чтобы знакомиться с кем-то по внешности, но борода, ну, это уже как-то был бы прибор. Почему свое? Кто-то работает за деньги, а кто-то работает для удовольствия. Вы ну, для удовольствия Ну, работ... парни моего возраста, конечно, у них, в принципе, еще 9... борода не растет. Где, вот это, нормально где берите, так. Если вы для удовольствия работаете. Мама дает. Артем 13 mm -hmm. лет. Болинтяги. 3 Сколько, сколько ему лет? Артем 13 лет. Болинтяги. 13. Triple Ну, 1060, мама, не стоит. Все мои зрители. на фарфеч. Потом носки же ванши. 6000. 3, 43 размер, окей, держи, держите в курсе. Дальше, ремень of fight. А, ну, ты, 1012, ну, как обычный ремень, в принципе. Потом, парка Supreme на стоксе брал. Она в районе 40 тысяч стоит. Лу Витон. Брал здесь в сумме 90 тысяч. Живанши. Живанши, ну, в районе 72 тысяч стоит. Дальше Келлин Кляйн. Он, ну, в районе, по-моему, 5 тысяч стоит. Короче, не очень дорого. Так а много ползвучи, одежды. 30 тысяч. Лу Витон. Ну, тоже где-то тридцатку здесь тоже брал. Просто толстовочка 7 тысяч стоит. Потому что она самая дешевая была. <свет> <свет> ну и... Угу. Продолжим, продолжим. Ну и, в принципе... Я думаю, солд... что... Я вначале подумала, ]haulta. что они угорают над ним. Типа, <связывающего> <О>, дурак. <связывающего> Сколько денег твои родители потратили на эти шутки? <свят> ну, красавчик. <свят> у меня <свят> только один вопрос. Где в 13 лет такие шмотки берешь? <свят> родители, ресейл иногда. Ну, там на ресейле совсем чуть-чуть. В основном родители, то есть, да. А у родителей было желание тебя как-то по-другому одевать? Конечно. В белорусский трикотаж? А, в Зару. В Зару? Да. А как ты убеждаешь их, что тебе нужны именно такие дорогие шмотки? Ну, я говорю, Ман, ну смотри, это же ванши, это же очень красиво. Очень дорого, очень красиво. Ну, смотри, такую же в Заре можно за 3-4 за тысячи спокойно взять. Ну, я, я не сомневаюсь, что можно взять. Ну, вот и как-то убедил, что надо за 72 именно худе взять? Я говорю, мам, я хочу быть самым крутым в школе. Пожалуйста, можно? Пожалуйста. То есть ты в школе флексишь этим всем? В школе, конечно. Какая самая большая сумма, которую ты тратила на шмотки? Вообще, это грустно, потому что кто из него вырастет? Избалованный просто паренек. Не, ну серьезно. Ну, наверное, 1150. Когда я пришел в ЦУМ, купил себе сумку. Луитон, Ну, вот эту как раз-таки. Кошелек и еще один кошелек. Ты это все разом а, взял. И ремень. Ну, где-то 180 примерно вот так вот вышло. А теперь давайте подведем итоги предыдущего розыгрыша. Сегодня на... а, Мы не смотрели, что на ней, но да ладно. Мне. Ботинки. Шанель. 90 тысяч. Шуба. Не знаю какая фирма. Норковая. 300 тысяч. Шар. А как люди должны были узнать, найти эту шубу, если они даже не знают какая это фирма? Лора Пьяна. 90 тысяч. Сумка. Диор. 250. Итого общая стоимость лука Даша составила 730 тысяч рублей. Победитель, который дал правильный ответ. Это ты, тебе отправляется 5000 рублей на телефон, а теперь новый розыгрыш. И сегодня мы разыграем 5000 рублей на твой телефон. Чтобы выиграть эти деньги, выполни всего лишь три простых условия. Первое. Подпишись на наш канал и поставь колокольчик. Второе. Поставь лайкос этому видео. И третье. В комментариях под этим роликом напиши общую стоимость лука сегодняшнего гостя. Первый человек, кто даст правильный ответ и получит 5000 рублей на свой телефон. Всем привет, сегодня на мне кроссовки. Когда-то на меня подписано было, было классное чувство, что вот популярные люди в фаловерах есть, а не только я на кого-то популярного подписан. Думаю, так у многих. Но мы же все одинаковые. Все там блогеры, стримеры скажут, что мы такие же, как вы. Мы ничем не отличаемся. У нас такие же, можно сказать, обязанности и и тому подобное. Точка. 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 Не, ну конечно. Притащила. Теперь гос, слушать Спасибо Лоранте за знаете но. Просто скажу, что не, мне бы тоже мне было бы приятно, если бы кто-то там из популярных там личностей на меня подписался, но я к таким отношу именно каких-то певцов, там, исполнителей, актеров, я не знаю. Я помню, как на стримфесте Жека с каким-то блогером на, на стриме поздоровался, он проигнорил, мимо прошел. У меня тогда не было. Он что, тогда телефон угнал, да? Так. Нам по 30 сообщений не пишут в день, и режим у нас нормальный. Не можем себе позволить вставать в 12 дня. Ну, блин, когда пишут много сообщений, это вам на первый взгляд может показаться, ой, как это круто. Но в итоге получается так, что сообщений пишут очень много. И ты, то есть, просыпаешься час, Смотришь все сообщения, чекаешь там все ты пытаешься отвечать днем, вечером, перед сном, опять-таки, так же час лежишь, это все чекаешь, все смотришь. И так каждый день. И тебя вот это входит в привычку, это не круто, когда ты столько часов тратишь на какие-то соцсети, на какие-то бессмысленные сообщения. А в большинстве случаев они реально бессмысленные.